Ну а на прощание шаль с кистями. 1 июня – День защиты детей. И у меня расцвела вот такая милашка. Рановато в условиях Сибири, но это роза из серии приобретенных в магазине «Светофор». И вот она какая во всей своей красе. Высажена она была еще ранней весной в горшок. И вот она уже у меня зацвела. И цветет она у меня уже дней 10. Вот такая милаха. А поскольку сегодня праздник, День защиты детей, желаю всем нашим деткам здоровья, счастья, благополучия. Пусть у них будет мирное небо над головой и детство, которое должно быть у всех наших деток. Будьте здоровы! До новых встреч!